Да, так представимся, надо Добашьян Александр Артемович. Выпуск 62-го года. Ну что еще? Закончил художественный Строгановку. Французский язык чрезвычайно пригодился, потому как после 20-летней паузы я 20 лет никуда не выезжал, в те времена это было нормально. И потом, оказавшись во Франции, сразу вдруг немедленно заболтал на прекрасном французском языке. Никто не желал верить, что я учил его в стране, не во Франции, а в СССР. Вот. Так было поставлено произношение, и такой был еще был французский язык 19 века. Потом уже поработав там, я в 70-е, там, то есть в 90-е годы я много работал там, во Франции и в Италии, потому что здесь работы никакой приличной не было. Вот, и поэтому значит, французский там для меня пополз, потом итальянский также появился, самостоятельно. В общем, в школе благодарен за все. Оказалось, что это действительно было блестящее образование, не только касательно французского, но и общеобразовательных предметов. И после школы общался, ну, во-первых, очень много бывших выпускников встречал, катаясь по миру там, во всяких посольствах. Там очень многие оказывались, потому что по большей части шли в ГИМО или в ИНЯС. Там редкие исключения, когда кто-нибудь оказывался в другой сфере деятельности. Но учителей я помню очень многих, и во всяком случае с благодарностью вспоминаю, честно говоря, всех практически. Но кроме одной не буду имя называть, но а то все остальные только самые наилучшие воспоминания. Самое первое была у нас Серафима Георгиевна Снаксарева, это еще когда мы начальные мы еще когда в огородном проезде от школы находились. Потом была Чиндина. Леш, а? Чиндина Анна. Анна Васильевна. Вот Анна Васильевна сначала была, а потом Анна Андреевна Бортницкая. До конца уже она не была. Вот, так что ничего, кроме самых приятных, позитивных воспоминаний о школе не осталось. Ну и самых ярких воспоминаний, как вот Леша Хельберг напомнил, одноклассник, это в день, когда прилетел Гагарин в Москву. И все, естественно, Москва рванула на Красную площадь. Был категорический приказ по всем школам никого из школ не выпускать. Вот, мы тогда все перезвонились, помню, что это была акция комитета комсомола. Школы, все перезвонились и решили так, 9 и 10 классы только идут, всю малышню загонять в школу. Что и сделали, и значит, поперлись мы, 9 и 10 классы, построились, пошли, а меня, по-моему, кажется, с Игорем Чаловым отправили, скинулись там и на такси в детский мир, чтобы изготовить что-нибудь там типа плакатов. Это было совершенно сумасшествие в Москве. Я помню, что мы приехали в этот детский мир, спросили там, вот, можно ли там купить что-нибудь, чтобы нам сделать это. Там тоже не все сходили с ума, потому что там тоже все украшали. Идите куда-то, нас послали к тамошнему художнику. В общем, мы купили два сачка. На сачки прибили какую-то самую картонку, на ней написали что-то там, привет от второй спец, не помню уже что. Вот, и потом мы воссоединились. И пешком, наши все пешком шли по проспекту Мира, огромной толпой. Но из-за того, что мы были похожи на организованную толпу, нас как-то пропустили. Ну, не очень далеко, по-моему, нас завернули, на Манежной, по-моему, нас завернули. Вот, тем более всех испугала эта надпись «Вторая спец», что-то это как-то было неправильно. В общем, толком мы ничего не увидели, на площадь мы не попали, но были в этой невероятной сумасшедшей толпе. То есть, наверное, это было похоже, наверное, 9 мая 45-го, так вот, как рассказывали старшие товарищи. Было совершенно какое-то в Москве безумие. Были эти какие-то медики, у которых на халатах было написано «Все в космос», разбрасывали с вертолета фотографии Гагарина, у меня одна до сих пор дома висит в рамочке. На ней какие-то иностранцы у меня расписывались, когда
клянчили, чтобы я им подарил. Ну, так и висит дома, где-то в рамочке. Вот, ну, наверное, это было самое-самое такое яркое, шумное и дружное мероприятие.